Школа имени Тажибаева в городе Ленгер известна не только своими выпускниками, среди которых есть акимы, известные предприниматели страны, но и слишком затянувшимся ремонтом. Его в школе не делали почти 40 лет. Сначала ссылались на составление сметы, потом на отсутствие средств. В октябре 2016 года деньги наконец поступили. Сроки подряд компании были поставлены минимальные до начала 2017 года. Помимо школы и фасада необходимо было отремонтировать и дорогу возле учебного заведения. В этой школе ремонт не проводился много лет. Из бюджета выделено 110 миллионов тенге. По проекту там не предусмотрена замена канализационной и тепловой сети. По гарантии она может работать более 10 лет. Ремонт провели, школу сдали, ученики возвратились в родные стены. В кабинетах поменяли полы, провели новую электропроводку. А вот с отоплением непорядок. Так на первом и третьем этаже школы батареи еле теплые, а на втором абсолютно холодные. А это кабинет иностранного языка. В 10 классе ученики свободно говорят по-английски. Даже на вопрос, как им школа после ремонта, ученики отвечают на иностранном. Все бы ничего, только бы про двор строители не забыли. Дома и дорогу к школе проложат, и двор будет идеальным. По крайней мере, так обещали. О том, что впереди еще немало работы, поспешили окреститься и в районном отделе образования. Мол, школу сдали, приняли, и все довольны. Школу мы приняли, все хорошо, мы довольны. Дорогу тоже вот сделаем. Выделено на ремонт было 110 миллионов тенге. Мы заменили окна, полы покрасили все. Ремонт нормальный. Ученики и руководство школы не опускают руки, надеясь, что оставшиеся недочеты подрядчики устранят за свой счет, как и обещали. Шудин Саидов, Амантай Аульбеков, Ербол Махашев, информационная служба телекомпании «Утрар».